Все, можно выполнять задание. Основное, да? Ну, здравствуйте. Все споре. А где мой этот? Шашлык опять куда-то делся. О. Опять? Да постоянно теряю. Ты того кнопку не нажимай, не будешь терять. Да вот он у меня в руках, все нормально. Так, ну что, все, болтаем. Да. Бла-бла-бла. Мистер Фриман. У меня что, персонаж лесбиянка, что ли? Никто не знает. А у нее оружие хоть есть? Может дать ему? Кому? Мне не надо. На, забирай. Куда помпу будешь? Ну он же рукопашник. Ну окей. Если хочешь, можешь забрать. Шашлык есть. Шашлык есть у всех. Так. Ну все, пошлите. Да, пошли к машине. О, боеприпасы для сигнального пистолета. Наконец-то я их нашел. Банзай. О, да. Теперь я могу стрелять. Да иди от тачки, чувак. Блин. Мазанул. О, теперь попал. Этот зомби ходит без головы? Все. Вот и деньги. О, туша, это пути-то води день. О, ты куда побежал? Ну я этот ярость включил, мне надо было типа добить. Так, ну что, с ветерком? Кстати, направо, направо лучше. Почему направо? Направо, сюда. Тут этот путеводитель к острову. Ну ладно, направо, так направо. О, да. Там человек есть, надо помочь. О. Вы че, вы меня бросили, что ли? А, ты не сел? Нет. Сори. Я думал, ты подбежал к машине и уселся в нее. Нет, я исследовать знал. Давай сюда. Да, мне. Ой, сколько всякой фигни, что можно подобрать. Так. Кстати, в этом здании там пост будет. Можно войти, зайти и перепить. Ну, я нашел бензин для зажигалок, одну штуку. Ха-ха! Фига себе, ты их месишь. Бензин. Так. Батарея, провод. Бензин. Тас. Фигня. На. Дави. Что-то Ханк потерялся. Вылетел. Видел? Серьезно? Да. Плохо. Сейчас попробую пусть заново подключиться. Модификация. Ага, членовредительство. Вы уже подобрали и не сказали, или... Нет, у меня она вот только что была. Ну-ка, что она дает? Тебе хватит стрелять по этим. Изолента, электрический хлам и гвозди нужны. И тонфа одна. Чтобы ее сделать. Серьезно, я... прекрати. Карим. А, просто виноват я рубам. Что? Я так...
Ну тут этот можно исследовать. Я же об этом говорил. Там пош будет. Ну, сильный противник. Ну да, их можно заходить, выходить, заходить, выходить. В них. Да, по-моему, то одновременно. И этот лутать до бесконечности, там респующий предмет, который по сути понадобится, может, потом для улучшения персонажей. Ну все равно прикатись. Деньги. О, титановая трупа. Самые полезные. Блин, у меня еще загрузка. Ну, у нас мы уже все на месте. Черт, я не вижу вообще кого бить. Да. Всех бей. Все, я ухожу нафиг. Ах ты ж зараза, меня сейчас завалят. Живым не дамся, гады. Ой. А, это этот. Блин, а че такая долгая загрузка? Да хрен его знает. Ой, у нас за окном зомби. Что-то мне походу с этой пленной игрой проблемы какие-то. Приехали, выживаете. Ва! Ну черт, я не заметил. Тоже. Так, ни черта не вижу. Где тут фонарь? А, нашел. Что, ты видел? На месте, да? Все, готовы. Он босс там. Что случилось? Вау, вот это глюк. Что такое? Сейчас. Что там? Так, все? Слышно, звучишь? Ой. Фига их тут. Руби. Гадов. И никто из них что ли не начал гореть? Походу что нет. Особенно враг не стал. Промахнул. Может вы не будете стоять у прохода, а просто тупо войдете туда внутрь, блять. Нормально. Так, дай мне попасть. Все. Так. Его сейчас вот осталось добить три удара. Блин. Давай, ты уже. Ой, живой еще. Все, завалили. Новый уровень. Это хорошо. Проводник. Пропановый резак, если что, тут это особенный предмет. Где? Так. А в чем он лежит? В ящике? Охрим, сейчас с тобой пойду. Давай. Замесим этих ублюдков. Замок закрыт. Да, деньги. Лутуемся. Но тут никого, да? Ничего. Алкоголь. И на этом все, что ли? Всех убили? Ну да, но тут просто типа как бы босс такой типа. А-а-а. И предмет особенный. Один. Тут можно заходить и выходить, и он будет респаться, и предметы будут респаться полностью все. В этом смысл. Очень хорошо. Ладно, пошли сюда. Это весь смысл. Хуча. Блин, загрузки, конечно, у меня тут походу вообще ад. Да не. Мой сейчас нормально загрузишься. Так, все, я на загрузился. Все, я загрузился. А, вот, да. Все, да. Теперь побыстрее. Так, ладно, пошли отсюда нафиг. А, подождите. Пошлите нафиг. А где еще один потерял? А, вот он. Давно загрузился, вас ждал. А.
нам вот это, на 5 автомобильных аккумулятора надо. Да, да. Ну поэтому зайдем, зайдите туда. Я починиться пойду. А. Что у меня типа одно оружие, и которое холодное, режущее. Че остального больше нет. Давай, Нигер, вези нас. Так, за руль сел самый плохой водитель на свете. Отлично. Так. Так вот же, вот вроде можно что-то подобрать. Да, двигатель. Или что там? Аккумулятор. А, консервы. Фак! Что-то я кинул такое нехорошее. Не понял! Кажется, я кинул гранату. Что случилось? Почему я вырублен? Я же говорю, я, кажется, кинул гранату. Ах ты! Как сказал? Все. Смотри, ты уже. Подёшь на мол. Так я еще все еще живой. Ну нормально. Электронный хлам. Боеприпасы. Боеприпасы, боеприпасы. Это консерва для дополнительного задания. Могли не останавливать стопу. Ну только если тут что-нибудь облутовать. Фомка не нужна. А, я фомку забрал, ну ладно. Поехали отсюда. О! Коршун, ты что там сидишь-то? Так можно. Все, сели, поехали. Нет. Да, я прошаю тебя. Так нельзя. Че ты делаешь? Фига мачете. Тут стрелять можно из машины? Не, нельзя. По крайней мере, из гроздомета. Там слева что-то есть. Все, выходим. Так. 60 метров. А, ой, блин, так, у меня зомби тут. Ищем. Тут нужно искать. А что искать? Опять ханк улетел. Бля, что-то ему не везет. Паню. Все, спасите меня. Блин. Так. Большая батарея. Что-то внутри этой фигни. Фрукти. Бабки. Фрукты. Дай мне сожрать. Еще фрукты. Где-то что-то. Фруктов миллион. О, найден автомобильный аккумулятор. Нашел я. Отлично. Просто так чисто этот рыскаем. Ага. Я нашел. Во! Ух ты! О, я нашел отбеливатель. Инсулин. Ой, живой. Так, взяли там. Щепенюшки. Делик тоже миллион. Всего миллион. Блин, от шланги. Металлолом. Дорой нашел. Сюжетный аккумулятор. Что у нас внутри этого здания? Ну надо его просто обыскать. Он где-то здесь, везде. Он, видимо, внутри. Он там, видите, машина въехала в дом. Мне кажется, там внутри. Там внутри еще взрывака. Сейчас. Давайте посмотрим. Я просто еще лутаю тут. Алкоголь. Это мобильный аккумулятор. Вот нашел. Каримыч что-то как-то пропустил немного. Я подобрал. Было? Нафиг. Ой. Что-то там ханк звонит. Нет.
Мыло. Так, а вы через Evolve или просто так? Не, через Steam. Да. Более утоляющее. О, еще аккумулятор. Я внашел, я внутрь зашел этого здания. Так, что, мы все собрали? Подожди, а вы внутри были? Нет, я не был внутри. Сейчас зайдем внутрь. Я думал, что... А здесь можно пройти рядом с машиной. Да? Ага. Ну. Все такой... уже. Так. Ой, а есть какой-нибудь пистолет или еще что-то? Еще. Нападает тут. Откуда ты вылез? Ах ты ж. Странно. Карима. Нельзя спросил, что? Глазострел. Я хотел этого вампира убить. Верстака нет нигде. Кого нету? Верстак? Учу. Да блин, Харимыч. Это был я теперь. Засранец. Блин, Ханк опять вылетел. Ну что ж такое-то? У нас что-то с связью. Хреновую связь. Надо ему выйти и интернет переподключить. Может быть. Ну, внутри ничего нету. Вот, да. Мусор. Бросить. Жалко. Бросить. Да, ничего-то, ничего нет. Так, кстати, все, аккумулятор мы все нашли, который нужен? Каша себе! Это что? А, я это подбираю, потом выкидываю. Кучка такая лежит. Ну, тупо такая уже все, можно вернуться и назад. Заскочив в это место. А, вон там что, кстати. Так, алкоголь. Что-то внутрь можно попасть как-то. Куда вы, где вы? Ау. Да я тут с зомбями разбираюсь. Внутри здания залез. Ясно. Я снаружи тут зомбов, говорю, раскидываю. Так, ну тут почтовая открытка второго этого. Тут починиться, если что, можно. Еще мне. Это неплохо бы. Я стрял. Все. А, все, выбрался. Так, нету. Фрукты. Отлично. Тут батарейка есть. Еще один зомби. А, нашел. Так, еще алкоголь. Пулю утопляющую. Немного патронов. Это я хотел, ну ладно. Вы что, вообще зомби пропускаете всех до единого? В смысле? Мы там не. Мы не там, где ты. Мы в здании. В чем-то вот. Вообще. Ни хера нет, походу. Ну да, значит все, убирайся. Как вы туда попали? А что это не по? Ничего, напитки. Нихера тут нет. Нихера тут нет, кроме открытки. Ну так мне же нужно ее подобрать. А какая тебе разница? Ты что, будешь их собирать, что ли, потом играть? Почему нет? Вот убрыкай, чё, верно. Открытка! Где ты? Что-то я не вижу. Опять. Ну и починиться бы не мешало бы. Нашел? Угу. Полагать туда. Да. О, нашел. Почитал открытку спаланая. Я тут уже почти всех перебил. Молодец. Выполняйте мощную рукотворную... О, у меня теперь это, на бегу я могу сбивать монстров. Путеводитель по острову 2. А там где-то был один? Да, где мы машину взяли первую, там был путеводитель один. Чёрт. Я же говорил, исследовать надо, я тебе вам говорил об этом, но вы уехали. Ну, мы-то так. Тем более, кто уехал? Харимыч. Ну вот. Что? Он, как всегда. Во всем виноват он. Как всегда. Куда мы едем? Вперед? Ну, у меня отображается, что квест какой-то впереди, что-то есть. Это лодка. Это основной.
Да, вернемся. А будет квест. Попробуй это, перезагрузить компьютер, не знаю, или интернет. Хорошо. Нас бьют. Кто-нибудь едет? Ты скажешь, когда мне остановиться? Я просто не понял, где, куда. Сзади, 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 одного забыли. Ой, ты уже... Кто-то вылез уже. Это Харима. Я уже... Блин, да я! О, да! Детка. Тут я что-то сдавил кого-то, и мне задание отдать, детка. Спасибо, я уровень получил. Не может. Вот есть, там квест есть. А, тут за этот, да, заставь, тут будет магазинчик. И там дальше вот впереди это локация, где с боссом, можно ее зачистить. Да. Здравствуй. Да вы задолбали. Тупые зомби. Воу. Конечно, поможем, чего нам еще делать. Нам нужен бензин. Бензин есть где-то. Ну, короче, где мы были, это, ну, первое место. Да. Колон. Вот тут рядом с ним бензин. А, да? Да. А че, куда, чего он хочет, я не пойму. Че за задание? Ему нужно бензин. Я полагаю, то, что у нас. Смотри на карте. Еще надо. А, окей. Ладно, я кидаю эту канистру. Хотя нет, не, нам нужно наполнить канистру для топлива. Не, я ее беру с собой. Надо наполнить. Сейчас я ее складирую в машину. Так, починиться. Дом не будем защищать, выполним мое задание этот и потом зачистим. Погоди, Харимочка. Я знаю, я просто хочу повернуться. Так я понимаю, нас это... чего? Чё, давайте. Я кинул сигнальную ракету. Зачем? Сели. Да, поехали, поехали. Дави, дави его. А здесь они хотя бы сразу умирают. От ударов. Налево. Вот здесь. Да, я знаю. Ай. Да. Это было ожидаемо. Да, Харимыч не уметь. Да, давай, выходите, я сейчас тут развернусь. Да тогда подожди ты. Возьмем, это взял. Да, я успел выдрать его. Это, блядь, охренеть! Да чё сейчас было? Ну, да, блядь, да, сучка. Отлично, ты меня знаешь? Это электрическая херня. Зачем ты вперед идешь? Он меня задавил прямо на нее. На провода эти. Молодец. Так, бензин для зажигалок отлично взял еще. Все, первое сделано. Вроде тут еще есть одна. Батарея. Где-то, по-моему, еще было бензин для зажигалок вот тут. Не ошибаюсь. Лезвие. Отлично. Ну, у меня, по-моему, три уже бензин для зажигалок. И этому кому-то там надо было, походу. Ну, отдадим. Да, вроде уже все. Можно обратно, наверное. Ну да. Бензин у нас один есть. Все, поехали, чаш. Дай мне зайди. Блин. Все, поехали. Бум. Собираешься давить всех зомби на своем пути, да? Да. А куда мы едем? Стоять, назад. Чего? Где? На туда ехать.
Не отображается ни хрена. Ну, тоже, кстати. Все, приехали. Выхожу я. Тащи, нигер, тащи. Давай, вперед. Солнце еще высоко. Куда ее ставить-то надо? Наверное, тесте это. Я же не вижу. А то, что у нас отображается на прицельчик такой на карте. Да, блин, вы что-то сделали и не пойми чего. Что, все нормально? Наполнить канистру другого топливного насоса. Задание отображается у меня. Ну, поехали. У меня только отображение это, и все. Наверное, сюда положить. Да кидай ее в машину. Кинь мне. Да не туда. Ну, окей. Ну, нам вообще, знаешь, как далеко ехать надо сейчас будет? 470. Да не может быть, да я посмотрю. Нажми, положи канистру на место. Сейчас Рима. Ну все, снимаетесь? Все ясно. Что делаешь, я не пойму. Постоянно. Я не могу. Вот нормально ты можешь вообще по-человечески? Нет. Не ругайтесь, девочки. Все нормально. Вот именно, что девочки. Потому что мозгов это для мужика он себе, видимо, нету. Все, успокойся и просто едь. Все хорошо. Да-да-да, успокойся, все. Все норм, братуха. Прямо. Налево. То есть налево. Нет, налево никуда. Ну, двигайся пока под... Ты проедь по дороге вот этой, прямо. Он говорит налево, когда нету поворота налево, потому это... Прямая. Вот едь по прямой. Прямо. Едь по прямой до развилки с дровой. Здесь направо. Будем дефать? Ну давай. Потом, если что, вернемся сюда. Не работает. Я умер. Блин, я не могу к тебе подобраться. Ах ты ж, зараза. Я вот не могу, всё. Ладно, сейчас он так возродится. Ай. Блин, извини, кто кинул гранату? Извини вам, я думал, ты умер. Я покажешь. Жив. Что? Что-то многовато вас запакол. Воу. Ай. Меня кто-то бьет. Так что там, Ханг, нормально все? Интернет работает? Не знаю. Вроде работает, но опять выкинул, я уже комп и загрузил. Я уже в компе было, потому что мы тут не хотел выключаться. А. Забавно. Все. Чем? Дайте мне что-нибудь съесть. У меня 3 полоски здоровья. Короче, не деньги берите. Взял награду за всех, походу. Как это так часть работает. Ну, наверное. Ну, все. Да, поехали отсюда нафиг. Не знаю, о чем я буду лутать тут все. Ладно. О, тут есть машина новая, может возьми новую? А, нет, там бензин. О, тут есть это, верстак. Бензин. Робот. А, сзади. Да. Ну, а чё? Нормально. Ну, я пойду, типа, починюсь сзади, так я зомби. Ой, фруктики. Жрат. Зомби. А, зомби.
Ам-нам-нам-нам-нам. Я переложу в новую машину бензин. А чё, старого мне нравится? Разбитая. Гаишников нету, за фары не оштрафуют. Да, ну поехали, я сюда нафиг. Тебя, кстати, плохо слышно, по-моему, чуть-чуть. Да, да, вообще тебя не слышно. О, сколько машин. Это хорошо. Кстати, дальше уже не проехать, а что выходим? Ты на задание к лодке приехали? Или что, я не пойму? За квест. Нет, наполните канистру слева. Вот. Вот здесь, где стоит вот этот мудак. А, это тут и дополнительно можно выполнить основное задание. Окей. Ну да. Весело. Основное мы уже проехали. Да, вроде нет. Короче, так, использую. Все. Вау! Оу, канистру взял. Все, можно отсюда уехать нафиг. Ну, поехали. Так, нормально слышно? Да, сейчас нормально. Да, слышно. Что будем делать-то? Выполнять основной квест или что? Да, давайте пока не будем. Давайте дадим, а потом выполним. Просто, по-моему, если мы сейчас его выполним, то мы на этой лодке должны будем приплыть к тому деревнешке, с которой мы приехали. Ну так нам же надо отдать эту канистру долбаную. Ну тогда. Только нам потом все равно ехать сюда. Ну да, давайте прощаться. Основной квест, а потом... Ну что поделать. Там уже кто-то пишет. Глава все еще первая у вас? Нет, ну глава как бы вторая идет, но в смысле акт первый. Мы толком и не ушли далеко. А, блин, я не пойму, куда, откуда мы выехали. Едь туда, направо, да. Вот сюда, прямо едь. Все, и по вот этой дороге до того места. Конца сама. Если мы основную квест, то может, мы уже приехали почти. Ну, мы, собственно, основной квест мы не выполняли, мы так. Даже дополнительный один толком мы не выполнили. Да нет, просто если у вас уже вторая. Иду, была, да, назад. Надо создать нового персонажа сейчас. Упс. Молодец. Зомби разбил нам эту. Кстати, чисто... Так теоретически вообще он бы только бампер нам помял. И вообще чисто теоретически ты бы рукой не смог выбить это стекло. Даже если бы оно было разбито. Ладно. Во всех же машинах используется этот три глаз или как оно там. Короче говоря, слой стекла, пленочка слой стекла. Улетел опять. Все, приехали, давай. Бум. Давай, Нигер, тащи бутылку. Вижу. Давай. Я пока залезу вверх. Чё за... А, шеф. Вот козёл. У тебя надо так... Он потом тут будет торговаться. А, тишка. Ну чё, этот хижину зачистим? Да. О, что-то ткань я нашел. Сюжетный предмет ткань. А, это и тут надо его собрать. Это, чё? Короче говоря, это чтобы его оттуда выкурить. А-а-а. Я уже это сделал. Забавно. А это чтобы он торговался, наверное, да? Видимо.
Закашлялся, козел, да? Давай, выходи, торгуйся. Да-да-да. Думаю, что мы шутим с тобой. Ты знаешь, сколько мы зомбиков убили? Ха-ха, вот теперь он будет говорить с нами. Правильно. Пол цены, нормально. Открывай дверь, козел. Открой дверь! Открой дверь! Бухло. Так, что у тебя есть? Припряжи, телефон, картридж. Да. О, сейчас я на вот этих зомбах и проверю. Что такое за батарейка у меня появилась? Алло. Не понял, что у меня вообще весь интернет светил. Ладно, сейчас.